Сегодня в 10 часов произошло столкновение двух автобусов. Один автобус следовал Саратов-Самара, а следом автобус меньше пассажирной вместимости. Водитель не учел состояние проезжей части, расстояние до впереди стоящего автобуса до препятствия и совершил наезд на впереди остановившийся автобус. В результате ДТП в автобусе малой пассажирной вместимостью три человека получили незначительные травмы, и в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Находится в центральной районной больнице Марского района. При получении сигнала сотрудники госавтоинспекции и другие оперативные службы незамедлительно выехали к месту происшествия для того, чтобы в максимально короткие сроки убрать транспортные средства с проезжей части, дабы избежать повторных наездов либо затруднений в движении. В настоящее время трасса свободна, транспорт идет без каких-либо сбоев. Проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии.